Лучше расскажи, что о том нужно непременно другими дворами, между магазинами, между магазинами, а поздними вечерами там проходить было лишь одно удовольствие, а уж сплетенного забора на красной дорожке, чиркая зажигалкой. Чиркая зажигалкой, чик-чик-чик-чик-чик, чиркая зажигалкой, а потом улетать, но не на трамвае, а от, от. Спасибо Алану Кару, теперь только косяк. Спасибо всем моим семьям, теперь никакого забора. Спасибо нашим трамваям с пулем и карманника вора. Но это в случае, если трамвай будет с номером 3. А на чуваков тех с битами в трамвае ты 7 не смотри. Странный закругленный формою банк, а чуть поодаль свежие братские могилы и стены с портретами отличников строевой и прочих подготовок, цинк и сырая земля, пивные ларьки и дома, в которых проживали две совершенно непохожие друг на друга кучерёвые девушки. Одна стала матерью и исчезла навсегда из соцсетей, оставшись только в старых ненужных записных бумажных книжках, валяющихся в разломанных письменных столах и секретерах. А другой я писал уже многократно и напишу еще отдельно. Она великолепна и отвратительна, как твоя полосатая жизнь, но только она при этом исключительно всегда темна, но ярче множества звезд. Стоят и ждут, говоря глупости, ожидая трамвай. И вот могучие колеса приблизят его к нам. И свой астигматизм увидишь, что это трамвай 23, а не 7. А он нам не подходит. Так постоим еще.